Ни для кого не секрет, что офтальмологи в повседневной практике сталкиваются с объектами, которые невозможно в деталях разглядеть невооруженным глазом, а оперативные вмешательства ведутся на структурах, изменять форму и преломляющую силу которых требуется с микронной точностью. Разница даже в один микрон может сказываться на качестве операции и полученных эффектах после нее. Год от года основной задачей производителей лазерных платформ и систем визуализации является совершенствование алгоритмов их работы и возможность дать доктору максимальный контроль за ходом проведения процедуры на каждом участке операционного поля. Илья Петрович Снопок, врач-офтальмолог, хирург первой категории, заместитель директора по медицинской части. Стаж работы более 10 лет, сфера профессиональных интересов, рефракционная хирургия, функциональная диагностика сложной глазной патологии, проблемы патологии глазного дна, лазерное лечение патологии сетчатки и переднего отрезка глаза, консервативное лечение глазных болезней. Член Европейского общества рефракционной и катарактальной хирургии, регулярно стажируется в офтальмологических клиниках Швейцарии, Англии, Литвы и Украины. В 2019 году произошел настоящий прорыв в этой области с внедрением систем 3D-визуализации во все области офтальмохирургии, выполняемые в наших клиниках. Мы с огромной радостью готовы вам представить Ingenuity Visualization System для работы в рефракционной хирургии. Немного технических подробностей о ней. Эта система представляет собой две HDR-видеокамеры, как два глаза у человека высокого разрешения, 55-дюймовый 4K-монитор и поляризационные очки. Система имеет широчайший динамический диапазон цветопередачи. Это разница между самым светлым и самым темным цветом, который может захватывать и передавать цифровая камера. Соответственно, чем этот диапазон больше, тем больше деталей будет видно на экране. Полученную картинку камеры передают на монитор, а хирург в 3D-очках видит объемное изображение с ультравысоким разрешением и контрастностью, глубокой цветопередачи, которая при необходимости может быть увеличена или преобразована спектрально в другое без малейшего ущерба для качества и обзорности. Глубина резкости 3D-изображения гораздо более высокая, чем изображение операционного поля, получаемое обычным хирургическим микроскопом. Благодаря этому мы получили возможность видеть невидимое. А какие же преимущества получит доктор, работая с этой системой, и, конечно же, какая польза от этого пациенту? Наилучшая обзорность во время микрохирургической операции – залог хорошего результата. Доктор, сидя в операционной в удобном для себя положении, не сгибаясь над микроскопом, максимально контролирует происходящее в операционном поле. Это значительно уменьшает время вмешательства, так как движения хирурга оптимизированы и точны. Высокий результат – это слагаемая работа не только оперирующего хирурга, но и в целом операционной бригады. Благодаря тому, что все, кто находится в операционной, получили возможность видеть этапы операции, возросла слаженность и быстродействие персонала. Отдельно отмечу то, что новые системы визуализации способны работать при очень низком световом потоке. То есть они не ослепляют пациента во время операции. Снижается световая нагрузка на структуру переднего отрезка глаза и фоторецепторы на сетчатке. В итоге мы имеем меньший стресс для глаза, меньший риск развития осложнений и сокращения периода выздоровления. Лазерные установки, работая совместно с диагностическим оборудованием последнего поколения, на основании собранных данных позволяют формировать цифровую модель оперируемой структуры и благодаря применению искусственного интеллекта просчитывают ход операции до ее проведения, предупреждая и страхуя доктора и пациента от возможных осложнений. Пациент, обращаясь к нам, получает отличный результат в кратчайший срок. Чем меньше травматизация тканей и чем меньше время операции, тем проще и быстрее наступает восстановление. Когда я встал, я был немного в шоке, потому что сразу все стало таким четким. Я этого врача, который меня на кушетку ложил, не узнал. У нее лицо стало просто таким, знаете, я не знаю, как это описать, очень четким. Все врачи-хирурги, которые там стояли, лица всех стали видны. Потрясающе. Вот там надпись сразу стала видна. Невероятно. Внедрение передовых технологий – это всегда значительные материальные вложения. Новое зрение, как крупная сеть клиник, имеет возможность сделать это на регулярной основе без повышения цен на проводимые процедуры. Скажу больше. В
Весной 2019 года передовые технологии рефракционной хирургии стали ближе жителям Бреста и региона благодаря специальной акционной цене на лазерную коррекцию. 1000 рублей за оба глаза по любой методике. В наших клиниках 3D-лазик уже реальность. В Бресте тон всей офтальмологической помощи задают специалисты нового зрения, неукоснительно следуя главному правилу – предоставлять пациентам самое лучшее, что есть в современной офтальмологии.